Аналитики Левада-центра выяснили, что наиболее желательные соседи для россиян – одинокий пожилой человек, мать-одиночка и семья с инвалидом. А каким должен быть идеальный сосед для саровчан? Пойдемте узнаем. Как вы себе представляете идеального соседа? Спокойный, веселый, не достающий никого своими проблемами. Человек, который всегда поможет. Если я, например, позвоню ему в дверь по каким-то своим личным причинам. Человек, который всегда улыбается и здоровается со мной. С которым нет проблем взаимодействия. То есть, здороваемся, прощаемся, находим общие темы. Идеальный сосед, который не шумит, добрый, отзывчивый, который всегда рад прийти на помощь. Чтобы не залил нас иногда, чтобы не шумел по ночам. Чтобы он жил километров за 200. Метров за 200 от моего дома. Вы как с ними контактируете? Улыбаетесь друг другу при встрече? Здорово, да, ситуации в жизни бывают разные. И были такие критические, когда там был потоп, соседи помогли, впряглись. Они, собственно, и заметили, и помогали все это собирать. Нам повезло, у нас хорошие соседи. Что-то кому-то тяжелое надо поднять. У кого-то мебель приезжает или машину разгрузить, то тогда, да, помогаем. Если заходит мама с коляской, я обязательно помогаю. Ребенок на велосипеде, бабушка. Постоянно вешаем в подъезде почтовый ящик. Он все время отваливается. Выясняли, каким должен быть идеальный сосед. Дарья Козина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24.